Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня мы немного будем говорить про опыление томатов, а именно, как рассуждают профессионалы с точки зрения опыления томатов. Так вот, у томата, как мы все знаем, обоеполый цветок, то есть у него нет ни мужских, ни женских цветков, все заключается в одном цветке. Вот если мы смотрим на цветок, то мы видим вот эта вот трубочка, вот здесь вот, которую мы видим, да, это у нас трубочка, в которой находится пыльца. А внутри, если мы снимем вот этот чехольчик, именно полевой чехольчик, так его называют, то находится пестик и рыльце пестика. И когда у нас вот эта трубочка раскрывается, то есть она лопается как бы такая вот краешком, пыльца у нас вылетает и попадает на рыльце пестика. Таким образом происходит опыление цветка томатов. И что нужно делать для того, чтобы увеличить опыление томатов? Существует два таких основных правила. Первое правило – это создание условий, при которой пыльца остается жизнеспособной к завязыванию. Какие это условия? Это, разумеется, мы не допускаем в теплице слишком высокой температуры. Эта температура выше 35-40 градусов, при этом пыльца теряет свою фертильность. Это раз. Второе. Не допускаем слишком низких температур, при которых тоже пыльца иногда бывает нежизнеспособной. И, разумеется, правильно кормим томаты. Какие продукты влияют на именно хорошую пыльцу? Это фосфор, и из микроэлементов это бор. Поэтому в начале, когда мы вот только сажаем наши кусты, я всегда рекомендую вносить фосфорные удобрения, либо делать подкормки по листве фосфорными удобрениями. Это помогает у нас еще в дополнении к тому, что фосфор в начале роста нам необходим, именно помогает именно хорошему цветению. И бор, естественно, борные подкормки мы тоже делаем по листве. Второе, что нужно обязательно сделать, это каким-то образом повлиять, чтобы как можно больше пылевых зерен попало на рыльце пестика. Если мы ничего не делаем, у нас пыльца высыпается, и какая-то часть попадает, а какая-то часть не попадает. Если у нас, например, высокая бывает влажность, или как-то, то есть количество пылевых зерен, чтобы было хорошее завязано, должно быть достаточным. Если его недостаточно, то у нас либо очень мелкая получается мелкие помидорка, вот, либо вообще не происходит завязывание. Как этому помочь? Разумеется, это можно делать вручную путем встряхивания. Нужно обязательно встряхивать в какое время? Где-то с 10 до 12, когда у нас солнце, будем говорить, почти что самое активное. Вот в это время, когда солнце активное, пыльца у нас подсохла, она легко сыпется, у нас раскрывается как раз пылевая трубочка. И мы вот так вот рукой трясем либо по стволику, либо по веревочке, когда у нас больше. Как часто это надо делать? У нас обычно цветок живет где-то 4 дня. То есть и он способен выдавать пыльцу и попадать на рыльце пестик. Вот в течение этих 4 дней обязательно нужно провести эту процедуру. Но если делаем мы это вручную, то желательно это делать вообще как можно чаще. Хорошо, если будем делать это каждый день. Замечательно. Но раз в 4 дня уж точно надо это сделать. Второй вариант, который часто используют сейчас, это встряхивание не вручную, а с помощью вибраторов. Либо специализированных, у меня вот есть специализированный такой прибор, который позволяет встряхивать пыльцу. Вот так вот он работает. То есть мы дотрагиваемся, и пыльца у нас вылетает. Вот, конечно, с помощью вибраторов опыление, то есть количество пылевых зерен, которые попадают на рыльце пестика, по сравнению с ручным, где-то раз в 10 больше. Что можно и в качестве вибратора использовать? Вот многие предлагают использовать, например, электрические зубные щетки. Они тоже хорошо вибрируют для небольшого количества. То есть, если у вас небольшие плантации, вполне этого достаточно. Но если даже этого не хотите пользоваться, то уж встряхиванием обязательно пользуйтесь.
Вот два основных момента, если мы хотим именно добиться, что называется, хорошего, естественного, повторюсь, естественного пыления. И еще один момент, когда существует так называемое химическое пыление, и мы часто им тоже пользуемся. Огородники уж точно знают про такие препараты, как зависть, бутон. Эти препараты способствуют развитию партенокарпического плода, то есть плода, который как бы не плодотворен естественным путем, а все равно разрастается. И в основном в таких плодах внутри семян очень мало. Это раз. Во-вторых, такие плоды, если мы используем именно химическое, помогаем с помощью химических препаратов, вот, то надо знать такие вещи еще дополнительно, что если у вас томаты бывают пустые внутри, то это тоже может способствовать как раз вот пустотелости томатов. Это раз. И еще неприятный фактор, что при использовании, будем говорить, вот таких препаратов, как зависть, бутон, мы можем спровоцировать томаты к появлению вершинной гнили. Почему? Потому что идет неестественное разрастание. И у нас нужно, конечно, для этого большое количество кальция. И его может не хватать, и у нас может появляться вершинная гниль. Но, тем не менее, если у нас первые варианты к нам не подходят, и все равно завязывание происходит плохо, то, конечно, эти препараты надо применять, чтобы по-любому быть с урожаем. Но естественное пыление, конечно, дает более качественный томат, они более равномерно созревают. И чем больше пыльцы попадает на пестик, тем крупнее томаты сами у нас завязываются, и крупнее томаты бывают. И, разумеется, они вкуснее, в них больше кислот, сахаров и так далее. Потому что семена как раз притягивают вот эти все вещества в сам плод. Если он разрастается за счет химии, что называется, да, то в плоду не так много образуется полезных веществ, к которым мы привыкли. И иногда, когда мы применяем искусственное пыление, мы можем получить не такие вкусные томаты. Это стоит учитывать. Вот все, что я хотел сказать про опыление томатов. Поэтому встряхивайте, пользуйтесь, создавайте условия, подкармливайте правильно, и тогда вы будете и с урожаем, и с вкусными, и с правильными томатами. А на этом сегодня все. До свидания, до скорых встреч.